Это на трассе взлетает? Взлет, на взлет. Давай, 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 я на поле. О, да. Давай, на взлет. Давай. Ой, здесь вертолетик, все, супер. Он не взлетает. Я сейчас на вертолетике прилечу. На пущу. Артём, ты я вам, я к вам на Маврике сейчас прилечу. Вот. Опа. Миссия невыполнима. Там было что-то спуститься по веревке, слышь? А? Там спуститься по веревке было что-то. Ну, может быть. Ну, я надеюсь, веревка правильная, да? Надеюсь. Вань, с головой все хорошо? Да. Подожди, я же говорю, миссия невыполнима. Ну, короче, если... Он скоро взорвётся. Да? Подожди, зависни, сейчас зависай. Алло, что происходит? Удерживайте, чтобы спуститься по веревке, алло. Миссия невыполнима. Надеюсь, зашил верёвку. Пока! А, пока, ребят. Вась, спускайся. Вот там, да ты зависни, так. Уберите меня кто-нибудь. О, веревка работает, правда. Давай, пошел вниз. Так, реально, пошел вниз, пока. Давай, спецназ. Реально спецназ, слышь. Слышь, Артём, Ваня, я боюсь. А, ну, Олег. Обратно. Обратно такси не идет. А-а-а, понимаю. Обратно только за отдельную плату. За 350 бахой, которая... О, да, уди, я знаю, что мне надо. Сейчас. Уди. Пятяк, уди. Я знаю, что надо пить. Подожди. Уже отдыхаем. Подожди. Сейчас закажем. Ванёк, значит, подготовительный. Да, подожди. Упал. Пася закончился. Я на толчке проснулся. Ты каждое утро, мне кажется, так проходишь. В аркадном зале хоть есть этого анимация, а то в казино так три раза набухаться. И просто... О, поплыло все, поплыло. О, привет, ребята, вы как, да? Привет. Я кончился. О, Ваня алкаш. Ой, правда, анимация прикольная. Пришел посмотреть такой сразу. Мэу. Жизнь, капец. Нормально. Ты не ел, что здесь происходит просто. Мы же пока отправляемся. Поезда не хватает вообще, капец. Ослание. Ну мы в тоннель к вам едем. Да, мы в подземном тоннеле, где поезда ездят. Я знаю, я же сказал, что я знаю, где это не прятаться. Бля, вылазим. У него все ок вообще с головой? Да, нормально. Недоверие. Ванёк, стой! Стой. Вот сам и стой, а я поехал. Ну, подожди, Шизик! Ладно, все равно. Я для ограбления делаю шнягу. Какую? Да вот тоже. Эту шнягу нужно сфоткать и отправить Лестеру. Ну, чтоб ты понимал, я уже давно уехал от тебя. А там тебя забрать? Давай. А у него там этот есть. Подъем у него есть. Давай, заберу. А, он не рабочий есть что? Подъем? Да, подъем не рабочий. Ха-ха-ха, ну беги, значит, Лестер. Спорт укрепляет. Да, тебе как раз выносливость нужна, Артём. Да. Маловато бегал. В детстве. Поэтому машины перевешивал. Ну да. Набери мне все равно. Фух, я выехал. Ай, байк такое дерьмо, я умер походу. Нет, я катаюсь, мне хорошо.
Вот да. Когда тебе пробьют два колеса на байке, давай попробуем. А нафига ты по дороге-то едешь? Езди по горам, как я. По дороге-то нафига. А, извини меня, как мне по дороге ехать, когда... Чей нет по дороге? А какая разница по дороге, не дороге, когда за мной эти шизоиды едут? Летят. А, у тебя ж пушки нет никакой, точно. Точнее, щеброд. Забыл. Понимаю, бля. Не, дай мне руль. Ладно, на. Опять километров. Прикинь, как спецназовцы охуевают, когда они смотрят такие, блядь, в костюмах, в бронежилетах прыгают по дороге, блядь, 2-3 долбоёба. Да они все, походу, тут говно такое. Да не, нормальная тачка, мне нравится. Это нормально, реально. Мне нравится. Это самая лучшая, которая была. Ты так тоже же говоришь. Блядь! Ну что то же самое было. О, ты обманку купил? Да. А какой он? Эксперт или обычный? Обычный. Да нет, а обманка походу вообще... Если эксперт, то если ты в любом случае сбросишь, а если обычный, то одну. Да, блять, может нихуя не сбросить. Он просто склеит ласты. Бля, наличные такое говно, пиздец, невыгодное, я рот ебал. Ну, блядь, понимаешь, если бы было бы золото, мы могли бы сделать этот баг и могли унести. Вот даже если бы... Нет, послушай, если даже мы не опустошили две ячейки, ну, типа, по факту, это не две ячейки, а четыре, ну, ты понял, x2. Каждая ячейка x2, потому что, по факту. Артём, вот так езжай, не по дороге. Бля, я видел Вася там, блядь! Я думал, бампер, это Вася из машины вылетел, нахуй. Бля, есть план, я знаю, как оторваться от ментов. Но мне, блядь, там надо до реки дать. Что, встань тут? Нырнуть? Помнишь, Артём, как я всплывал? Ванёк, X нажми, X нажми. Это за... Мне впрыгнись, блядь, посмотри на нас. А у этой тачки бронированный полёс? Артём, начинаем, можем начинать плакать. Да. Блядь, ну пауки, во ментов, алё, нормально всё? Я вижу, блядь! Там Вася столько... Откисаю, ну, блядь! Пол Китая сагрилось на Васю. Откисаешь, блядь. Ребят, я могу вам помочь? А... Гнитесь, блядь! У нас, думаю, у нас места нет. Сейчас я не приеду. Бля, ну давай, ладно. Я... Ты сдох? Да. Ебанутый! У меня машина переехала. Ну, мне осталось 900 метров, но я смотрю, с какой скоростью они убавляются, и мне плакать хочется. Ха-ха, даже Ваня быстрее хочет сказать, да? Да он шизует. А, я понял! Трейлер, бля! Ванёк, выдерни провод, пожалуйста. Я сейчас приду, сам выдерну. Кто? Я. Ебанутый! Как я одну звезду-то получил, что за говно, тыч? И Васю сбили ещё в какой-то. Я обосрался, Артём. Правильно сделал. Вот, меня пожали руку, они вам все обошли, нахуй. Ты руки не моешь. Под теплой платье. Вот так вот надо, блядь, платье надо. За что тебе платье потенциально? Чистый доход. Блять, в смысле 100? Миллион. В смысле 120? Ну, кто-то за четверть украли. Понял? А, ну ладно. За first try, дайте. Я первый раз с этой граблей играю, сука. Ага, первый. Угу, сейчас там тебе первый. Сука, пидорасы спалили. 19. Контору раскрыли. Я с нами ограбление прошел на обмане, да, действительно, спалили как-то. Не надо, да? Согласен. Сосаться будет. Аж белый экран, а? Мы умерли? Надеюсь. И компы ни на что не влияют. О, вылетело. Игра? У тебя вылетела игра? Да, у меня крашнулась ошибка. Бля, надеюсь, у тебя засчитало, что... Да, меня засчитало. Если мы сегодня еще ограбление успеем пройти. Мы не успеем, я не хочу проходить все. Я хочу сидж. А, все, репорт. Ты хотел сказать лучшего друга. Фэндаду очень близкого друга.
Ты вдруг все ближе, ты ближе. Что-то мы не впустили, пошли. А потом ты чувствуешь, что вкус пидор котлету. Мы что-то куда-то не туда свернули явно в нашем разговоре. Вам так не кажется? Да не, нормально еще. Продолжаем. Безумно можно быть первым. Тока забрали, ах ты же Андон жирный. Да нахер рука. Да. Вовремя. Пол секунды, да ладно, я руку возьму. Че мне? Не впервой. Че нам чиновникам? Безумно можно быть первым. Вот меня приковывает, как у Ягера микрофон находится. Получается, он постоянно так. Да, вот так. Да, да, да. Меня стреляли на лестнице. Прием, прием. Противник на юго-востоке. Захожу с северной стороны. Совершаю блицкриг. Блицкриг успешен, прием. Прием, прием, как слышно. Блин, блицкриг состоялся, блицкриг состоялся. Торгаюсь через Польшу, как слышно. Перезаряжаю. Опять через Польшу.